отличное место. Тут уже в распуске почти полном стерильные фитильные цветочки. С краю вот уже розовизна такая появляется. Но красота, конечно. Всем добрый день. Я стою возле гортензии Pastel Green. Это сорт вывел французский селекционер Жан Рено. Высота достигает до метра. Где-то сейчас, наверное, вот он вырос в районе метра. Шапки такие тупообразные. Наверху заканчиваются вот такими фертильными соцветиями, которые при распускании издают очень нежный аромат. Его любят очень пчелы. Вот я сейчас стою, а тут кружат вокруг меня пчелы. Цвет. Эту гортензию еще называют гортензией 9 цветов. За сезон она может поменять 9 цветов. Смотрите, сначала она раскрывается таким фисташковым цветом, потом переходит слегка белеет. А вот сейчас на краях появился розовый оттенок. Розовый, потом... Доброе утро! Сегодня 30 августа. И вот такого цвета красивого, темно-розового, стал Pastel Green. Извиняюсь за шум, рядом дом строят. И такие вот метелочки красивые, нарядные. Ну, красивее, когда отойдешь подальше. Такой вот окрас появился у Pastel Green в конце августа. Доброе утро, 18 сентября, Подмосковье. И сегодня у нас пасмурно, идет дождик. И вот, ну, такой моросит дождик. И вот такой хочу вам показать, как окрасился Pastel Green. Такой уже насыщенный, темный, розовый цвет. Ну, уже отцветает. Коричневые нотки стали появляться. Ну, такой вот красавец Pastel Green. Сегодня 29 сентября. И вот так окрасился Pastel Green. Я показывала все оттенки, как он менял цвет. Вот я думаю, что вот в таком цвете он уже и закончит свое цветение. Говорят, что эта гортензия 9 цветов. Я все переходы вам показывала. И вот на сегодняшний день вот так она выглядит.